Ну вот нас сейчас ожидает башня, но уже с катапультой. Так, побыстрее, побыстрее. Ни в коем случае не попадать в эти зоны. Ну что же, сейчас немножко восстановим здоровье. И потом поставим damage boost. Ну тут видите, потому что их очень много. Надо с этим что-то делать. Ну когда же вы прекратитесь-то? Даже получилось отразить. Ну, похоже, это последняя казнь. У нас мы здоровье восстанавливаем полностью. Ну и пора. Мне кажется, да, уже урончик-то накапливать. Правильно? Возможно, что-нибудь посильнее. Хорошо. Осталось только совершить еще казнь. Да, так гораздо быстрее ложатся они. Жаль, что закончили с комбо. Ну и, соответственно, заново сейчас буст этот придется набирать. Ничего страшного. Абсолютно ничего страшного нет. Самое главное, не пропускать удары. Попробуем фокус-буст. Так, пусть этот чувак стоит у нас. Давай, 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 на другого переключайся. Сейчас, может быть... Не может быть. Но просто раньше времени слег. Дали мне выбраться. Слава богу. Серьезный, конечно, здесь бой. Но в итоге-то... В итоге не получается у меня эти стрелы взять. Ладно, не вопрос. То же самое с этими лучниками. Быстрее, 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 быстрее. Успеем подойти, возможно. И такая, знаете, задача максимум. Никого не потерять. Быстро получилось разобраться на этом отрезке. И все, конечно же, благодаря вот этим вот слаженным действиям. Defense is in position! Archers, watch out!
Да, помогаем. Еще здесь, да, у нас? А, фак. Так, по-быстрому. Так, ну я, конечно же, не хотел так быстро метать. Только вот попал. Так, хотя почему нет? Почему бы и не быстро это делать? А, самая сложность, знаете, лишь в том заключается, что надо одновременно, прям вот именно одновременно нажать два курка. И только тогда. Быстрей! И только тогда получится произвести вот это прицельное метание. Так, не дают мне, да? Окей. Так, ну куда ж ты стреляешь-то? В любом случае, все окей. Там даже половина здоровья оставалась. Выбираем позицию для размещения. Ну, я выберу, пожалуй, крышу. Туда направляются лучники. Висты у нас тут нигде нет. Новой. И у нас по-прежнему стоит damage boost. Так, ну и как насчет того, чтобы... Ну вы поняли, насчет чего. Надо уйти. Неплохая помощь. Так, и снова они, да? Ох! Вот здесь вот этот момент, конечно, нельзя пустить. Казнь, казнь, пожалуйста, да, получится. Ну, пора уже и убираться. Для меня здесь нашли некий обходной путь. Сейчас, подождите, не могу копья взять. Наверное, у меня максимум, скорее всего, раз не получается это сделать. Вот это орудие называется Скорпион. Это этакий стреломет. Ну что же, поехали. Так, давайте пролью там что-нибудь. Оу. Так, по-моему, по мою душу, да? Ну ладно. Ничего страшного. Да что там здесь? Зеленки-то закончатся. Все, восстановили здоровье. Причем получилось так очень прилично восстановить. Так, это был чужой. Это чужой. Можно просто бежать не по прямой линии. И тогда им тоже будет очень сложно попасть. Молодцы какие. Они поочередно стреляют. Поэтому если точно попадать, то ничего они не сделают.
не совсем точно получилось. Так, уворачиваемся. Я вот хочу подсвеченный объект все-таки запульнуть. Почему у меня не получается это сделать? А, понял, подальше надо отойти, скорее всего. Нет? Ладно, тогда. Интересно, все-таки... Все понятно. Проблема была в том, что у меня просто копья не было. Отбил. Они там неплохо укрылись, надо сказать. Обратно к нему, что ли, полетело? Так, ну, слушайте, я не мог даже подумать, что в этом будет какая-то прям значительная сложность. Тогда прицеливаемся. Все попасть не могут. Вот отсюда буду палить тогда. Все здоровье снимаем. Гады. Варварские. Все, готово. Вон она, эта здоровенная катапульта. Здесь у нас очередной свиток. Ну, короче говоря, тоже уже практически добрались до места. И... Что здесь будет у нас? Ну, здесь будет что-то интересное. Бах! Сразу вот так вот. Здорово! Нет? А жаль. Да, блин, они просто стоят. Ну, убейте кто-нибудь. Убейте кто-нибудь этих лучников. Capture the catapult. Aim it on the tower. Signal when you're ready. We'll hold the bastards back. Understood. Так, наши солдаты занимают тоже катапульту. И по сигналу будет произведен выстрел в ту здоровую катапульту. Сейчас надо помочь защитить наш отряд. Вот такой вот скорострельный стреломет. Здорово. Так, и что-то летит сейчас. Надо откатиться. Так, 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 так. Здоровенная, здоровенная прилетела. Здорово. Так, быстрее. Еще бегут. Нельзя. Ходим. Успеют они стрелами их завалить? Я все-таки кого-то еще смогу казнить? Смогу! И у меня это получается.
Да не может этого быть! Снова здоровяки. Ну ладно. Сейчас немножко в перекате поработаем, потому что тут сразу тяжелый удар они могут нанести. О, видели? Один из них хотел уже было. Пристраивался. Аккуратно. Вот это совсем другое дело. Иди-ка сюда, малыш. И если бы я успел еще здесь с этими разобраться, было бы просто, мне кажется, великолепно. Это самый, наверное, крутой. Так, его оставляем. Внимание, командир Виталио. Командир Виталио. Сегодня мы потеряли много бравых офицеров. Мариус, ты доказал, что можешь быть лидером. Ты заслужил большое уважение. Вот, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Приветствуйте вашего нового Центуриона! Ну все, довольно, угомонитесь! Угомонитесь, парни. Теперь... Вы знаете, что можно ожидать от этих варваров. Они из расы бешеных подонков, которые будут сражаться с нами насмерть. Но они не знают, чему они противостоят. Рим! Это цивилизация. Рим! Это порядок. Рим! Это сила! И здесь. Мы! Рим! Командир, армия короля варваров Освальда идет на Йорк. Генерал Комат и 6-я когорта вступили в битву с врагом. Но их судьба неизвестна. Защитите оставшиеся корабли и разгрузите их.
и приготовьте людей. Мы идем на Йорк!